Всем привет, зрители и подписчики канала GamesApS, и мы продолжаем выживать в DayZ Standalone. Всем привет. Здорово. Привет. Так, ну и вот мы, собственно, находимся... Уже день. Мы находимся напротив пожарки в Электрозаводске в поисках батарейки для сани. Угу. Так, что там с показателями? С показателями вроде норм. Нужно просматривать соседние дома. Потому что тут реально могут товарищи сидеть кемперить. Выстрелов пока вроде не слышно. Ну и чтобы вы понимали, вот народу на сервере вот столько. Если что, вход к нам кроем. Понял. Ну... Дело в том, что, короче, можно попробовать перебежать немного в другой дом. Только это надо делать очень аккуратно. Который левее или какой? Который правее, получается. Там есть один неплохой дом, который на больничку выходит. Но на больничке, вот мне кажется, там сейчас реально будут люди. Что, пойдем тогда? Да, давайте, пошли. Сань, аккуратно вперед выходи. И смотри аккуратно здесь, на этажах. Ну, опять же таки, не забывайте про читеров. Так, вот, по-моему, кто-то стрелял. Да, кто-то стрелял. И, кстати, даже, по-моему, по нам. Я вот слышу здесь отчетливые звуки стрельбы. Вы спустились вниз? Нет, по нам кто-то стреляет. Сядь. Да я посмотреть в окошко решил. Так, ну, по-любому там сейчас пасут выход тут на во дворик, поэтому... Синими дверьми, который? Да, поэтому... Так, зомби на кого-то сагрился. Или все-таки это тролль звуки. Если тут слышите звуки открывания банок или там, не знаю, кто-то вроде... Не, это по-любому сорчар, не тролль звук, потому что такого... Да. Я ни разу не видел, да. Так, Саня, я крою синие двери, ты давай там смотри. Ну, Серег, я возле выхода. Серег, аккуратно вот. Спускайся, смотри двери. Так, Сань, чуть-чуть отступи. Так, вот он где? Вот мы здесь внизу. Мы все внизу. Так, ну шили, мне кажется, где-то со стороны больнички. Давайте попробуем. Так, я выхожу. Давай ко мне по одному. Вот здесь кто-то ходит. Прямо вот за этим зданием. За каким? Ну вот, вот я сижу перед зданием, за ним кто-то ходит. Вот по мне. Так, опять выстрел. Ну вот это, кажется, по мне шили, блин. Ну, я не вижу никого. Ну, хорошо, что ты не видишь никого, но за мной кто-то точно есть в этом здании. Вот перезаряжается. В здании вот этом кто-то есть. В общем, я смотрю по окнам, арчат. Нам обратно. Ну, по мне лупят же, блин. Вот реально по мне стреляют. Еще раз стреляют. Арчар, беги к нам. Спринтом. Захожу. Ты где? Да перед тобой сижу. Давайте кто-нибудь на эту сторону, я пойду попробую. Давай. Сверху посмотреть, что там. Давай. Видит. Ну, тут два варианта. Либо по нам, хотя вот опять же таки, меня никто не видел. Ну, посмотрим. Сейчас, Арчар, смотри вперед, я открываю синюю дверь. Сань, что у тебя там? Пусто, вообще никого нет.
Так, это сверху ты ходишь, да? Угу. Посмотрел все соседние дома, окна. Ну вот он точно за этим домом был. Вот стопудово. Даже больше, чем уверен. Так, я предлагаю нам все-таки залезть наверх. За дверь закрыть. Угу. Так, на больничке вроде никого. То есть, вернее, на пожарке. Еще как-то странно стреляли, я ни раз ничего не видел, собственно. Ни декали от выстрелов. Ну, стреляли через стену, хотя, может быть, даже не в нас, на самом деле. Может, просто в том доме кто-то есть и его пытались прошить. Я на первом этаже еще. Угу. Я наверху. На третьем, да, вдвоем с Серегой. Ну вот это только что звук был, эта птичка пролетела явно. Там, кстати, полукрик зомбаря. Там, кстати, снизу, да. Там, кстати, снизу один этот бандажик лежит со спиртом. На втором этаже. Если кому надо, заберите. Так, ты если поднимаешься, ты же говори сразу. Так, чувак побежал из этой самой. Откуда? Из пожарки. Со шмотом? Да. Побежал налево от пожарки. Налево от пожарки, понял? Да, вот в соседнем здании, в маленьком сарайчике. Угу. О, Сань, по тебе, по-моему. Нет, я поднялся. А, он с топориком, подожди, в пожарку заходит. Вот я его вижу. Да ладно, не надо его трогать. Скайп полутает, только что пожар. Я явно видел чувака с рюкзаком. Ну вот сейчас в пожарку забежал чувак без рюкзака. Вот он на втором этаже пожарки. Угу. Кто-нибудь кроет выход? Или только, или все смотрят, ну, в окно? Я смотрю за лестницей, как бы. Один кто-то, кройте выход. Давайте, смотрите в окно. Блин, долбанные ящики. Так, с этой стороны. Так, вот-вот-вот бежит кто-то. Стой. Не, не стреляем. Не стреляем, пока он вроде без ничего. Я пройду сюда. Сейчас между ними там будет бойня. Жесткая рубилова. Ну я вижу одного, он там ходит. Буду сейчас наверх будет подниматься. Да-да, там наверху второй сидит с битой, по-моему. Сейчас, если что, кому-нибудь поможем, может. Так, чувак с топориком, кажется мне. Вот я его вижу. Ну вот, вот сел прямо передо мной. Кто передо мной? О, тихо. На крыше там, на крыше. На крыше еще был один. Так. Да, вот один стоит сейчас на выходе из пожарки. Стрелять сейчас только если ходит. Видите ствол в руках. Если бита или топор, можно не стрелять. Да, вон чувак стоит, палит из-за этой самой. Могу его снять? Он с рюкзаком. Да ладно, не надо. Зачем? У него же нет ничего. Что-то есть явно. У него рюкзак, что у него топор есть? Сзади. Он на нас сейчас палит. Да. Вот он отвернулся. Только не надо говорить в голосовой чат, то нас другие может услышать. Не надо, не снимай его.
У него что, у него там пистолета даже нет. Он смотрит на нас. Я ему, я ему. Я его не вижу. Где вы его увидели? Он прям слева от пожарки. Да палит. Покачайся со стороны в сторону, если он вдруг на тебя смотрит. Ну, QE. Я нашел. Да, я понял. Давайте я его шлепну в голову. Не надо его, не надо его убивать. О, к нему еще чувак подошел. Не надо его убивать, блин. Так, там он вообще голый, без ничего. Я одной пулей. Смотри, руки поднял. Не надо, Саня, не надо снимать кепку. Пускай себе бегают. Пойдемте хотя бы крови с них попробуем слить. А не надо, там пожарку контролят стопудово. Вот там что-то говорят. Так, выход кто-то смотрит? Я смотрю выход. Лестницу. Ну, я смотрю, говорю же. Хорошо. Это вообще барышня какая-то, или нет? Не, скинь чувака. Опять птичка. Чувак такой ходит, из стороны в сторону качается. Побежал. Он дурной, его убить надо. Да не надо его убивать, пускай бегает. Он только начинает, зачем его трогать? Вспомни себя. Меня убивали. Ну так вот. Тебе было приятно? Я думаю, нет. Так вот, зачем их трогать? Так, я смотрю на красный домик вдалеке. Ну вот, вроде там, не, вроде никого там нет. Там обычно тоже сидят товарищи. Да никого нет, вот только два этих чуда пробежали и все. Точно, что два чуда. Надо больничку будет проверить. Вот в больничке точно кто-то будет на крыше. Ну хочешь, кажется. Давай выползем, попробуем дойти до них. Куда, в пожарку? До больни, ну больничку протестить, откуда ее можно. Я боюсь выходить, это вообще плохая идея. Давай, Серега, прикрывай, прикрывай спину. Да что, может тут все-таки еще посидим, или вы хотите, или вы направились в больничку? Давайте все-таки сходим, Сань, тебе батарейка нужна? Да. Пошли в этот, в пожарку сходим. А, я в пожарку не шел бы. Думаешь? Да. Ну ладно. Так, вот, кстати, эту комнату почему не проверяете? Тут довольно часто люди появляются. Я сидел, смотрел лестницу, Арчар. Ну, никому же не мешает вылогиниться, зайти через другой сервак пробежать. Не, ну блин, как бы он прошел мимо меня через лестницу? Саня, что ты делаешь? Я смотрю, вниз что пошли. Происходит на улице, на первом этаже. А куда ты делся? Ты пропал вообще. На первом этаже. А, вот вижу тебя. Серег, ты где? На втором, спускаюсь на первый. А кто там тогда сидел? Где? Это ты? А, ну нет, да. Это не я. Ты в маске, можно тебя испугаться и наложить кирпичей. Да ладно, смотри, какой я милый, я улыбаюсь. На. Ну что, давайте я попробую выйти на улицу, пройти за это. Давай, мы тебя кроем. Попробуй забежать в следующее здание, открыть двери аккуратно. Только, то есть, ну, не заходи в здание, а просто двери открой. Те вот коричневые. Да что ты сел? Он не бегает так. Опять птички летят. Открывай. Чисто. Так, Серег, я тогда пошел к Сане. Давайте. Крой спину. Так, я на второй этаж. Угу. Я захожу в здание, в котором ты.
Так, Арчара, за мной присмотри. Сейчас, подожди. Пока не смотрю. Я, короче, к вам в здание. Давай, давай. Смотрю, сижу на первом. Вот ты, да? Поднимайся. Закрой дверь за собой. Сейчас оружие возьму. Там еда, кстати, лежит, если кому надо, вот здесь, на втором. О, я для газа нашел комфорку. Оно, по-моему, бесполезно. По крайней мере, пока что. Ну да. Совсем уже разжирели, даже еду, блин, самооткрывающуюся не берете. Да уж. Тут кто-то появился. Где? Это ты, Арчер? Нет, блин. Слушай. Не, ну просто тебя не было, не было, не было. А, ну это Дейз. Так, Сань. Это Серега? Серега. Да, это я. Когда появляются люди, они стоят. То есть, если... О, да тут же внутри матрешки. Да. Вот они. Так, а что нам, собственно, в этом здании ловить? Можно с него посмотреть в сторону больнички. Но там нету ничего. Чё ж ты ложишься-то? Вставай. Я, короче, вниз спущусь. Тут вроде больше открывающихся дверей нигде нет на этажах. Ну да. Буду на первом этаже пасти. Я предлагаю вот с этого здания вообще выйти. Я вот тоже предлагаю валить с него, там не особо. Да, пойдем. Ну, опять же таки, тут выбор небольшой. У нас на сервере очень много народу, и все они, скорее всего, где-то здесь. Ну, не все, но большинство. Так, Сань, за тобой бегу. Вообще, я вот здесь, там Серега был. Ну, вот ты прям я в маске. Ну, а ты вот Саня. Так, но я все-таки предлагаю обратно в то здание. Открываю дверь, Саня. Смотри в дверь. Чисто. Чисто. Так вы все-таки туда решили идти? Так, стоп, аккуратно. Я бы все-таки пожарку помониторил бы. Ну давайте обратно вернемся в то здание. Да, я дверь закрыл. Закрыл. Че, Серег, беги. Давай, беги, крою. Сань побежал. Сервак. Эх, ну бывает. В общем, ладно, давайте на этом серию завершим. Спасибо, что смотрели. В следующей серии, я думаю, больше будет всякого интересного. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх. Всем пока. Пока. Пока.